О подвиге 12-летней Юлии рассказывают сегодня все каналы и социальные сети. Юля Король – девочка, которая во время шторма на Карельском Сямозере спасала своих сверстников, получила медаль от МЧС. Я не беспокоилась за свою жизнь, я беспокоилась за жизнь других людей. Всем привет! Меня зовут Эд, вы на канале «Проект Магнит», и сегодняшний выпуск будет по вашим пожеланиям, потому что в комментариях к предыдущему видео наш подписчик предложил потрясающую историю, очень драматичную в то же время и наполненную героизмом. Героизмом, который проявила маленькая 12-летняя девочка по имени Юля. Именно о ней сегодняшняя история. Давайте вернемся в тот день, когда все случилось. Итак, лето 2016 года. Июнь. Сямозеро, Карелия. Спортивный лагерь. И сплав на каноэ. И все бы хорошо, и радости 47 детей не было бы предела, если бы не одно «но». Вода в тот злополучный день была неспокойной. Предупреждения об этом были проигнорированы. МЧС, предупреждение. Я ему показываю, куда ты детей отправляешь. МЧС, ну смотри, предупреждение. Он мне прямо в лицо сказал, мне пофиг. Ну, в такую волну, если честно, вообще никто не выходит. Особенно, если воскресенье еще было, можно сказать, спокойно по отношению к субботе, то субботу вообще было жуть. Инструкторы – 17-летние неопытные подростки. Скорая, вовремя не выехавшая на отчаянные крики детей. Напомню, по этому делу уже осудили фельдшера, которая проигнорировала звонок от детей во время трагедии на Сямозере. Сотрудницу отделения скорой помощи Ирину Щербакову признали виновной в халатности. Ее приговорили 3 годам колонии-поселения. И все эти обстоятельства, наложившиеся друг на друга, стали причиной драмы, развернувшейся на озере, участниками которой стали ни в чем не повинные дети, которые по халатности взрослых ввязались в неравный бой со стихией. Кроме того, сами плавсредства были неисправны, а спасательные жилеты не соответствовали размерам. Когда лодки перевернулись, дети просто выскальзывали из них. Но некоторых спасла вот эта храбрая девочка по имени Юля Король. Каким образом в столь юном возрасте она сумела сохранить самообладание и, трезво оценив ситуацию, начать вытаскивать тонущих детей на берег, остается загадкой. Я не беспокоилась за свою жизнь, я беспокоилась за жизнь других людей. То, что она делала, словно происходило без ее ведома, она даже не успела испугаться. Страх появился позже, когда она осознала, что многие, с кем она еще вчера играла в лагере, так больше никогда и не появятся в ее жизни. Из 47 не спаслись 14. И львиная доля спасенных детей пришлась как раз таки на Юлю. Было то, что я и доставала некоторых детей. Она раз за разом возвращалась в воду за очередным ребенком. Она делала это до тех пор, пока спасать уже было некого. И вдобавок ко всему, она еще и побежала и привела помощь. Вот в этом районе перевернулась лодка. Юля вышла вот сюда вот. Я была на одном острове, а деревня была на другом. Мне пришлось идти в деревню, чтобы вызвать помощь. Я вызвала помощь. После всего, что случилось там, после ряда арестов и увольнений, к которым мы вернемся, после всех наград, которые получила Юля, и долгой депрессии, когда она вернулась в социум, то обнаружила, что многие ее начали просто ненавидеть. Ведь вдобавок ко всем остальным почестям ее сделали еще и старостой класса. В течение нескольких месяцев, особенно в самый острый период, ей постоянно приходили сообщения из разных городов и стран. Писали очень много гадостей, обвиняли ее или просто злорадствовали, уточняет бабушка. А она девочка ответственная, старается всем ответить, что-то объяснить, но в итоге она поняла, что больше не может. И уже 2 года не появляется в интернете. Ты говорил, что она не виновата? Да, то, что она наоборот всех спасла, то, что мы бы все умерли, если бы не она. Она все равно твердит себе, то, что она виновата. И вот уже неделя прошла после трагедии, а кроме девочки Юли никто виноватым себя не считает. Причин для того, чтобы не любить Юлю, я не вижу. И те, кто это делают, скорее всего, просто завидуют, что ли. Если честно, я не понимаю. Напишите свое мнение, потому что, работая над материалом, я много раз сталкивался со словами Юли, где она рассказывает, что ее все время задирают. Говорят, что жаль, что она... Ну, в общем, друзья, это что-то ужасное. Продолжать не стану, это просто очень неприятно. Как и неприятен факт халатности руководства лагеря. Руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Корея
Карелии и его заместитель, зная о нарушениях, не приняли никаких мер, а напротив, выдали заключение о соответствии лагеря действующим правилам и нормам. Весь во всем лагере не выполнялись вообще никакие санэпидтребования. Почему эти люди опять не все, сидят? И опять все упирается в чиновника. Дмитрий, сидят, сидят. Но что это меняет? А ведь всего лишь нужно было отнестись по-человечески к детям. Послушаться прогноза погоды, посмотреть на воду и не выводить детей в шторм. Как кто-то из девочек сказал, что вожатые наши получили штормовое предупреждение от МЧС на 3 дня. Но потом приехал Вадим. Он сказал, что надо выходить в воду. И хорошо, что в этот момент рядом была Юля, ведь благодаря ей многие дети вернулись к своим родителям. Она старалась спасти детей. Она взяла мальчика в воде живого, просто затащила ребенка на берег, ребенок ей сказал спасибо. Наше общество должно научиться элементарным человеческим вещам, которые, увы, отходят на второй план. И когда на маленькую девочку, недавно спасшую из рук смерти десяток детей, подобно пираньям набрасываются сверстники и недоброжелатели, то становится страшно за будущее поколение. За будущее нашей планеты. Одним словом, Юля – герой. И давайте поддержим ее. Я уверен, что в ней до сих пор живы воспоминания того дня и не исчезли следы грязных высказываний. Давайте в комментариях скажем ей столько добрых слов, сколько она еще никогда не слышала. И просто поблагодарим ее за ее храброе, доброе сердце и пожелаем, чтобы таких, как она, становилось больше.